Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал «Переезд Краснодара» в Краснодарский край. Канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение. Также напомню, что работаем для вас по морю, как с домами, так и с квартирами, с готовыми, со строящимися. Ну, в общем, да, на любой бюджет, на любой вкус, как говорится. Смотрим сегодня с вами дом монолитно-кирпичный, 2016 года постройки. Дом восьмиэтажный, дом с лифтом, со всеми центральными коммуникациями. Детская площадка спряталась слева от дома, так вот прямо особнячком стоит, с двух сторон, да, защищены наши детки будут вот такой сеткой, забором, ну, прям безопасная площадка. Будем смотреть с вами здесь однокомнатную и двухкомнатную квартиру. Квартиры есть на первом этаже, есть на восьмом этаже. По стоимости чуть немного отличаются. Вот средних этажей, к сожалению, уже нет. Квартиры инвестиционные. Поэтому вот прям такая классная. Я считаю, что, наверное, вообще одна из лучших цен на рынке Краснодара на сегодняшний день. Потому что по 62 тысячи за метр квадратный данных квартир в готовых домах на ключах сейчас в Краснодаре, пожалуй, нет. Или, скажем, пока еще нет. Ну, такая прям цена. Значит, двухкомнатная квартира 65 квадратных метров. Здесь у нас будет стоить порядка 4 миллионов рублей в предчастовой отделке. А однокомнатная квартира будет по цене 2 700, если это первый этаж, и 2 900, если это восьмой этаж. Напомню, что дом с лифтом и со всеми центральными коммуникациями. Школа, садик, здесь все в шаговой доступности. Пойдемте, буду все показывать, рассказывать, и будем смотреть с вами квартиры. Ну что, друзья, продолжаем с вами осмотр квартир по улице Российской. Несколько объектов здесь у нас есть к продаже, есть на первом этаже, есть на восьмом. Смотрим сейчас с вами квартиры на восьмом этаже. И приступаем к осмотру очередной планировки однокомнатной квартиры. Она отличается. По площади примерно та же, около 40 метров площади квартиры, одной и второй. Но здесь у нас другая прихожая, более, наверное, интересная, я бы сказала. И за ее счет увеличена площадь жилой комнаты. Значит, смотрите, здесь вот в этой прихожей хорошо организовывается шкаф-купе. Прямо вот просится, да, вот сюда вот встать. 40-45 сантиметров хорошо шкаф встанет, и прихожка прекрасно организуется. И дальше у нас два помещения. С правой стороны это жилая комната. Жилая комната 21 квадратный метр, комната с нишей. Знаю, что бывает необходимость зонировать комнату и сделать, ну, такую как мини-двухкомнатную квартиру, разбив данную комнату на 2 по 10 метров. Тоже такое здесь возможно. Это как раз вот именно в такой планировке это возможно, открыв вход со стороны коридора. Выходят окошечки у нас здесь на баскет-холл, на Красную площадь. Ну, достаточно светлая, просторная квартира. Напомню, что стоимость данного объекта составляет 2 миллиона 900. На первом этаже у нас есть квартиры, но за счет этажа по стоимости они будут 2 700, но в таких же планировках. И будем смотреть с вами кухню. Здесь вот в таком формате у нас присутствует окно в виде выхода на балкон. Ну, опять же, да, вид из окна, баскет-холл, частный сектор и никаких многоэтажек перед глазами. Площадь данного помещения кухни составляет почти 10 квадратных метров, 9,8. Вот сюда у нас предполагается рабочая зона, дальше обеденная группа. Ну, в целом, обычная, вот самая обычная кухня для однокомнатной квартиры. Ну и с левой стороны у нас также здесь расположилась зона санузла. В однокомнатных квартирах санузел всегда совмещен. Площадь его составляет 3,5 квадратных метра. Ну что, вроде бы мы осмотрели всю однокомнатную квартиру, хоть она и 40 квадратных метров, да, но больше показывать вам нечего. А представляете, что там в студии показывать, рассказывать. В целом, цена этой квартиры, она равна цене студии. Очень неплохое предложение именно для данной локации. Если понравился данный объект, подходит, готовы его рассмотреть, пишите, звоните, с удовольствием рассмотрим. Мы разные порядки расчетов. Ну что, друзья, продолжаем с вами осматривать квартиры. Смотрим с вами сейчас двухкомнатную квартиру на восьмом этаже монолитно-кирпичного дома 2016 года постройки. Дом со всеми центральными коммуникациями, плюс ко всему еще собственной котельной. Тоже очень удобно.
А дом находится, напомню, у нас по улице Российской. Квартира в собственности, квартира в предчистовой отделке. 65 метров общая площадь данной квартиры. Квартира бабочка, на две стороны планировка. Давайте будем смотреть. С угла у нас есть возможность установить большой достаточно шкаф-купе. Ну и в целом порядка 9 метров у нас площадь данной прихожей. Далее мы попадаем в левую сторону. Жилое помещение. Данная комната по площади порядка 18 квадратных метров. Правильно прямоугольной формы комната с выходом на балкон и с окнами на улицу Российскую. На 8 этаже мы находимся, поэтому шума от проезжей части здесь как такового нет. Все очень прилично. Рядом смежное помещение, это будет кухня, коммуникационные, все сюда вещи вытянуты, электрика сделана, канализация, водичка, горячая, холодная вода в доме. Давайте еще раз выйдем сюда на балкон. Напомню, что в двухкомнатных квартирах у нас балкон на две комнаты, на два помещения, на комнату и на кухню. С правой стороны сине-белое здание, это школа потепличная, прям в пешей доступности. За ней там недалеко расположился садик. А в целом здесь рядом, ну, буквально вот рукой подать, здесь будет ближайший, это Магнит, магазин. Ну, по остановкам общественного транспорта здесь сложности не возникает. Уехать можно, остановочка вот прямо напротив дома. Около 15 метров площадь кухни. Правильная прямоугольная форма она у нас. Так, дальше мы с вами проходим санузлы. Раздельный санузел посередине, ванна, туалет. По площадям 3,2 примерно. Это у нас ванная. В целом мы переходим с вами в следующую жилую комнату. Правильной прямоугольной формы, также в предчистовой отделке. И также с выходом на балкон. Это окно у нас выходит на баскет-холл, на Красную площадь. Ну, как бы приятно, что здесь уже ничего не построится, никаких многоквартирных домов у вас перед окнами. Напомню, что стоимость данной квартиры составляет 4 миллиона рублей. Квартира сдана, документы о собственности получены, считается как готовое жилье. Документы все в порядке. Если понравился данный объект, пишите, звоните, с удовольствием вам покажем. А вы подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить уведомления, колокольчики вот здесь внизу. Постоянно для вас выходят новые обзоры, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно, наш телеграм-канал, ссылочка на него всегда ниже. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».